Еще повидать надо. Цель друг у кого-то есть? Давай, заходи на хулипала. Топор еще идет какой-то. Да меня не я собирал. Сейчас еще ДК будет. Слышь, Дэйси, ты в РК? Смотрел сериал «Королевство»? Там что-то про мужика, ММА, что-то там, эти два сына. Что-то они там бухают, что-то. Нет, как-то. Но начало меня убило вообще. Бежит мужик на пробежке, такой руками размахивает и такой приговаривает: блядь, сука, прикинь, просто выпил. Озвучка топовая, с матами. Ну, у нас есть сангвини в гильдии, у него все фуловые персы. Он почему-то не ходит вроде. Или ошибаюсь. Так это дорт.
Простите, я просто не знаю всех утенков. Бля, где телеги-то? Тут чё? Чё-то зачарил ретрика на ДХБ. Давно зачаренный у меня на ДХБ. Наручи тогда забрал, там у вас шмотка. Вот на шмотке осталось зачарить. Ну всё, будем в воскресенье убивать, наверное. Найди мне замену, я уже не могу, короче. Сейчас засну за столом. Давай. Спасибо за рейд. Рела дай там, я не знаю. Какой ник напиши хоть. Блядь, берете 6-4 каких-то клоунов. Ну, до профа нормально дошли. На профи просто к столу ставят, наверное, босса, когда зеленый. Он говорил, не слышит. Я БТК пойду. Я Бурин. Надеюсь, ботинки упадут. Ну, я котом был, да? Там, да? Все просто сову ищем теперь. А сова не спать ушла, да? Я просто попросил демона спекнуться и Никея. Весь рейд не мог его говорить спекнуться, наверное, да? Не, я написал просто ему, у тебя есть демон, он сказал, только PvP спек. И я ему ответил, там баф есть, да, хорошо, спекайся. Вот это весь диалог. PvP демон интересно. Прям написал. Не сильно отличается от меня. Сладя. Это, по-моему, КВЕ демон. Ну, такой этот противник рукой небес. И все. Ну что, бес не вкачан, только и все. И все, и счет. Разницы нет особо.
Ну, за склями на два. Дэйв, привет. Хочешь кем-то пойти в целка налича? О, пошли кем-то. Один-два трая. Это буквально максимум до полчаса. Посмотреть, посмеяться с нас, клоунов. Убьем мы лича или нет. Вот. И все. Кого еще взять в рейд? Так. Ручной такой. Йо-йо, всем привет. О, привет. Ты нужен нам, кстати, дружище. На сову, да? Да, заходи. Да можешь не на сову, на ДД какого-то зайти, на лича, помочь нам. Рака. Давай, давай. Не отбегай от метки. Тут смотрю, сова написана, обрадовался. Ну давай совой, давай. Если хочешь совой, иди, пошли совой. Ок. А, бля, на сове возможно, когда сейчас посмотрю. Какой у тебя ник? Сейчас я посмотрю, у меня вроде КД был. Я не помню уже. Фруня, попробуй. Хотя, могу в принципе на вару зайти, если больше дома. Ну давай, уже поздно зашел с собой, так и быть, блядь, надеюсь, дамага хватит нам. Давайте чек на АФК. Этот родич ливнул, что написал, что ему до целка 25 кер далеко, и обычек здесь нет. Вот. Но тут же есть обычки. Ну, видишь, как бывает. Стеричка тут. Стеричка. Так, дес. Копары, десер, диспелем, чему? Стеричка тут. Кому заливаю ману? По команде. Истеричка моя, ты тут? Истеричка моя, Эрдру из Ancient Gods. Ладно, запускаю. Надо будет хорошо вам хилить. Там истеричка дает 30% от хила. С учетом того, что был второй эрдру. Останом все так же. Ромбик фламба, трусы, демронайзер, кружок.
Ага, потом Войд. А, нет, не надо. Шустрее станет кружок, а паладина по команде. Лицом к РДД зоне. Медленький в квадрат. Смотрим. РДД перебежали, вылазит шаркающие щелочки с тобой вступления. Почему выносим 3 секунды? На фроне поднимаем Вивальди. Дорн выноси чуму. После заражения вставай сейчас. Блять, Копар, ты что? Сука. Да вы тупые нахуй, блять, какие-то. Падайте. Какие-то конченые. Ей-богу, блять. Падаем, заходим. Ни Дессер, ни Копар нихуя не умеют. Умеют только тыкать одну кнопку, смотреть на DPS аккаунт. Ладно. Сейчас ничего страшного. Держи пока РЛа. Зайду на диспеллера. И БДК сразу ищи. Сейчас я зайду на креста по диспелю сам, потому что вы не умеете диспелить. И не играете на рейд. Эники, надо обратно спекнуть вафлика. Что? Эники, вафлика обратно спекнуть. А, ну если там густав или демон, то да. У нас и Никей в рейде. Давно его не видел. ПВП-шера. Ты на перчем заходишь? Нет. Бой, у тебя есть БДК? Да, там, наверное. Дэйв, у тебя есть демон? А, ну вон, и Никей в демоне. А че Никей тогда писал про Африку? Просто на Кей весь рейд не хотел спекаться в демона. Говорю ПВП. Да, ситуация взрывоопасная. Давайте фулбаф. Ну нет, да. Тихо, да? Ну да, пока да. Там можно раскидать по пати ШП. Ну, все верно. Что верно, то верно. Ну, а теперь стабав. Ну, с такими рейдами я тоже скоро стану редко играть. Буду заходить на левых персонажей без гильдии, ходить тайком в другие рейды. Нет, это так мы что же перестанем без тебя играть. Будете с Войдом ходить до ребра, трэш чистить.
Так, Бевс, ты тут, да? Слышишь меня, да? Хорошо. В общем, по команде движ гим на ману, на хп, бьешь сферки на переход. Окей? Окей, окей. Все. Паладины бафуете кулак по себе, наверное, я бафую. Все, я запускаю, сейчас раздам кулак. А что там, какую вальку у меня считать? Просто, ну не знаю, просто три пальца повесь на трех валик и замедляй ту, которая ближе всего к платформе. А я обычно так делаю. Паладины ничего не станет, только по команде. Либо гнев небес, либо стан точечно. Чустрела, кружок, ромбик, фламба, трусы, деморонайзер. Если вальки улетают, я говорю, кому станет, что вы делаете. Так, сейчас раздам кулак, держи. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Рои в атаку! Кто там наяривает? Блин. Без понятия, но это не я. РДД перебежали, вылазит шаркающий, забирай протопал. Смотрим, чему 5 секунд. 3, 2, 1. Ну, стахли, выноси. Так, дальше. Ловушка РДД. Перебежали. Новая ловушка, 5 секунд. Милики ловушку, встали в квадрат, убьем лича, ждем. Смотрим ловушку, чума, 1 секунда, Яндаль в чума. Войд Кнать в 17%, хп 14%, РДД перебежали. Сова в ловушке стоишь, сова в ловушке, Руня. Трой шаркающий вылазит, щелочка ромбик, иступление снимает. РДД ловушка, перебежали, чума 5 секунд. Ты чему? С руля выноси сам себя. Да дальше выноси, все, дисплей. Ловушка, смотрим. Мелики, ловушка, встали в квадрат. Не бьем лича, проводи дальше трэш. Капель, говори, когда каплю кидать. 2% до переходки, после ловушки все на край. РДД ловушка, все на край, чумы нет, держи каплю, мастер аур прожали, все паладины. Где захил по рейду? Все РДД набрали дистанцию между собой, кливаем трэш. Бевс, давай щиток на себя, гимн на ману пой. Хруня, Иннер, Ценкси, Ларион, Иннер, игрушки. Играем в первого духа. Все, играем в следующего духа. Шарик слить. Энникей, повесь СС на Войд Кнайта сейчас. Бу, давай гимноманы еще раз. Последнего духа добить. Будем стоять в звездочке. На второй фазе. Две сферы в центре убить. Все, давайте все в центр. Лич добьется. Встали в звездочку. Тотемы поставили. Давайте рост. Играем в Алик, смотрим. Так, первый рестер шаман, второй сова, третий рога. Кружок, стань, ага. Осквернение 5 секунд, БДК прожимайся, осквернение 1 секунда, вышли с осквернением.
Давай сакру. Давайте упадем. У нас один человек из рейда. Да и вспекнись, пожалуйста, этого демона. Да, это был его лог. Там, по-моему, Хант на трон ушел. Сейчас маг будет сгильнее. Прикольный лук стоит под вальками. Интересно. Блюстали вроде тоже пвпшил, да, когда-то? Да пвпшился один уже. Я видел его, да. Пушите рыбу. Тардрос слабоват. Я знаю. Типа он шока нахиливает. Половину от того, что Тардрос нахиливает. Хватает, в ситуации хватает Холипала, Рестер Шамана на вальках, мы падаем. Вот эта ситуация будет такая, если не повезет. Поэтому мы уходим 4 хила. Я подниму. Хавай, Олег. Так. Липал пишет про кресты. Я бафаю кресты. Не бафаю, Липал баф. Мне что бафать? Есть? Тебе бафы прота у нас досылают в рейде. Я просто Холипалом изначально набирали сюда. А, я понял тебя. Я с тех пор так и бафаю. У меня 23 рега осталось, короче. Он жив стоит. Копар, ты тут или ты все? Шанс зайдет, да? Позоримся. Там если Хант афкашит, то он или она писал, что на толчок ушел. Где писал? Ну, в рейд-чате. А, вот, я уже тут. На, Копара... Копар, походу, вообще его нет в игре. Прикольно. Да, по-моему, Эршама без КД давай зайду. Решил, что хватит с меня, прижму-ка я Alt F4. Сейчас я зайду. Возможно. Спасибо,
Что ты говоришь? Сейчас зайду, спасем. На кого? На шамана. У меня вроде бы без КД. Вот, шаманы были, я не предлагал. Заходи на шамана, фламба спека севердру. Ну, от него эрдру толку мало, да, что ДЦ. Но он больше ДЦ, больше с рули даст ДПС и стан. Потом свой. Тебе подожди, давай подумаем. А у престов есть какой-то хил аспект? ДЦ есть. Что? У Срули ДЦ есть. Сруля, если ты меня слышишь, ответь. Я не буду хилить холипалами, еще и релить. Тем более холипалом. Какой-то десер вообще не ок. Вот в эти 4 хила будет нормально. Ой, боже мой. Меня лагает лагдаун. Я не могу сидеть. Я лагаю. Так, ДЦ это не хил, ДЦ это абсорбер. Давай, фламба в кота. Мы почти упали от недохила на переходке, где было 5 человек, 17% хп. Упали почти на первой переходке, где было 14% хп у БДК. Это при том, что был шаман Капар. Вот. Ну, эта игра на удачу, 23:30 как-то не особо хочется. Что там, ребята, я лампочку успею сменить? Кто это говорит? Бес. Лампочку меня жена попросила. Иди меняй. Смешно. Олег, мы, я да, думаю, мы просто в 3 хила, извини, Олег, что перебил, я думаю, мы в 3 хила в комнате не захилим, если эрдру слабый лагает, то я не знаю, нам тоже кастовать каждый раз, останавливаться, может, не захилим в комнате. Да не захилите там. Там эрдру тащит, а эрдру лагает у нас. Лессер, забудь про вот эти времена адептов, там, где все играют, что-то ДПСят. Боссы, манекены, здесь полрейда вагонов, каждый играет сам за себя. Здесь это уже не прокатит. Оптимус из ДЦ получше, наверное, чем у Сруля 6.1. Сруля в ШП еще стоит. Ладно, погнали в 3 хила. Я тут, ребят. Сруля, Сруля так и не спекнулся, короче. Будет 6, 6 ШП, думаю, будет нормально хилиться. Чек. Просто в комнате реально кажется, что упадем, блин. Пошел запускать. В комнате мы будем умирать от духов. Да, потому что слишком мало ШП. Кому еще кулак плюс? В итоге будет бить Оптимус духов, Гидаль с Руля кажут, что залагали, Вивальди не знает, как выдать духа, и возможно Бу побьет тоже. Вот. Ну как-то вот так и будет. Ну Вивальди не заходит в комнату. Тут можно вытащить только если будут подхиливать динами, не знаю. Он будет бить духов вне комнаты, вот. Кстати, крест тоже. А, сейчас будет топ по ХПС. Все есть. Помните. Ладно, давайте соберемся. Или черт, а за шаблон. Соберемся еще куда-то. РТД ловушка. Ходит шаркающий.
Бес, ты тут? Лампочка в ловушке. Да, я здесь. Так ты ж подтвердил готовность. Да я думал это спрыгнуть с льдины. Чего? Че, варить его? РДД ловушка. Нет. Думал спрыгнуть. Там не брендж. Не успел мне. Ну, бывает, да, бывает. Страшно. Милики, ловушка в череп. Второй шаркающий РДД ловушек перебежали. 6% истеричка выноси чему. Ты быстро выносишь. Милики, ловушка в череп. Каш, когда каплю кидать. 1% до переходки, после ловушки все на край. Все, идемся на край, забили на все. Проводи. Все, никто не бьет босса. Ламба, выноси чуму. Минус один уже от недохила. Его дух убил. Ну ладно. Пламба, подымай пука. Почему нет? Почему нет? Подведите меня мелкий, может он где-то там. Ну она над пламбой перекинулась. Я с него сдиспелил, но оно, видимо, в рейд ушло. Подводи шаркаря. Короче, я его таунчу сюда. Вот так вот делаю. Нафиг его таунчу, что ты делаешь, не надо. Надо. Давай, вот сюда. Сейчас дыхнет. Я даю стан, мы заливаем. Не надо ничего делать. Я приходится все самому делать. Еще один стан нужно убить. И убиваем. Оно как-то так заливается. Бу, Вивальди, гимноману. Гаргот, ставь тотем прилива. Ларион, Иннер, Гарготу, Фламба, Иннер, игрушки, звездочку сыграли, присты, убейте сферки. Все играем в духа, потом идем в центр. Все в духа сыграли. Ну ты и тролль. Давайте все в звездочку. Это смешно. Давай рост, играйте через кружок. Классно, Гильдаль, стоишь в этом. Звездочка. Осквернение. Им выйти на дистанцию. Фантастика, мы протопали. Добили трусы. Трусы добить. Гильдаль, давай гимноману. Попали звездочку. Теперь. По команде Сакру дашь. В звезду встали, влево-вправо на первых пальках будем отбегать. Так, смотрим. Помолитесь, чтобы на меня осквернение было. Все, выбежали. Влево-право, осквернение, ЛЖ, бинг. Играем в вальки, отлично. Кружок, приоритет, там топ ДПС. Ага, стань кружок. Трусы спасти. Так, с центра всем выйти, играем в лича. О нет, кто умер, Гильдаль? Так, осквернение, одна секунда, всем на дистанцию, давайте становимся в звездочку. Звезду встали, станем как станили, рога, кот, демаранеза. Первый лог, играем в ром-трусы. Ром-трусы. 10 секунд осквернения. 5, 4, 3, 2, 1. Вышли с осквернения. С центра вышли все. С центра всем выйти. Верзила. Зона осквернения. Встали опять звездочку. Давай лича также поставим, как в тех вальках на прошлых.
Так, сейчас будет три вальки. Давайте вот так сместите звездочку. Три вальки. Людей хватает, и потом сразу осквернение, поэтому стоим слева справа. Звезду встанет вдруг. Всем выйти с осквернения. Всем выйти с осквернения. Смотрим. Осквернение одна секунда. В устах ли? Все, играем вальки. Ага, гнев небес. Не топтаться в осквернении. Застанил трусы, спасти, выйти. Даю мастер аур. Гимн на хп с руля. Гимн на хп с руля. Какой-то сукин сын стоял в этой. Давайте, звезду встали. Встали в звезду. Станы по валькам и переводим меча на край. Сквернение, выйди с руля. Давайте все в лича играем. Все на край идем. Ага, давай гнев небес. Давай сакру. Это вам жив. Кто жив на платформе плюс? Блять, не жив, кто мертв на платформе плюс поставил. С руля давай гимноману. Истеричка, где ты лежишь? Так, ну, загруз, видим. На той стороне. Значит, так. Сейчас я перемещу пару крестов. Так, гильдаль улетел. Играйте в следующего духа в кружочек. Истеричка тоже улетела? Нет, она здесь не похожа. У кого есть БР? У меня хаваден. Сразу подымешь, как будет переходка. И ты сразу встаешь, истеричка. Не встанешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Подымай. Подымай быстрее. Вставай, истеричка. Вставай. Дал. Руки дал тебе. Так. Все ходим в звездочки. Еще плюсы, кто на платформе. Давайте в звездочку встали. Стоим, захиливаемся. У кого есть БР плюсики поставили? В люстах ли давай на войда СС? У меня. Фруни. Уже есть СС. Значит так, выйдем с комнаты, будем бить сначала духов. Фруня, попробуешь поднять LG. Истеричка, есть БР? Истеричка, подымешь шус... Понял. Истеричка, подымешь шустрилу. Забежали за угол, давай сакру. Давай сакру. О, больно было, да? Искривление на стиле. Поднимай LG. И звезду. LG, вставай, сразу забафаться. Каплю на деморонайзера дал, в звезду сыграли. Все идем к трону теперь, все к трону идем. Забили на этих духов, милики, идите все к трону. Забили на духов, РДД, идите. К этому, к трону. Все к трону ушли. Все идем к трону. У кого есть гимноману, поем гимноману. Осквернение. Секунду. Бу, выноси осквернение. Архильте протопала. Истеричка, подыми шустрилу. Придется мне взорвать немного духов. Все повзрывал. Так, у кого есть гимномана плюс? Споешь после комнаты. К порталу отойдешь и споешь. Давайте, звезду встали. Даю мастер аур. Ага, поставь шедоу резист. Пробежали, пробежали. Давай сакру. Да. Блять, истеричка, сука. Че ж ты, сука, не хилишь, блядь? Истеричка, ты тут еще? Поставь плюс.
Бафы по шаману дали, крест, игрушка дай. Стали звездочки стоим, так, будем два хила идти. Отбежали к порталу все. Завис, Лука, завис. Добили духа, к порталу идем. Люди там делают что-то. Фламба подымай. Агрессивную подымай. А где Войд? Непонятно, пил. Я говорю, завис, дискорд. Ну, чё, там протопал не словит, да? Ну, если б сейчас Эрдру не завис, мы бы убили. Это пиздец какой-то, но Эрдру пробовал не материться 2 недели, зашел пугарейт, и на. Давай посмотрим отхил по... Лобак. Давай посмотрим, вот отхил. Ладно, все, давай, до свидания, Стивичка, спасибо, но ты слаб еще. Я не знаю, просто не знаю, как хилить, блядь. Да я в шоке просто с таких хилов, просто в шоке. Да если бы Войд не вылетел, сейчас бы убили. Зачем ты... Как ты Войд вообще собирал рейд? Как? Блять, ББТ какой-то клоун. Истеричка какой-то клоун. 20 тел с гильдии, 5 сурчата. Да, Олег, там некого было почти брать, Олег. А зачем собирать рейд тогда? 20 тел с гильдии было, значит нам надо переодевать. Не вижу 20 человек, вижу где-то человек 5. С гильдии я говорю 20. Всякие там таурейки. Больше никогда не собирай так рейды, больше никогда не собирай так рейды, хорошо? Зато люди шмотки забрали, всякие там Хризи Феликс. 2-3 не упало. Да, Хризи Феликс, Таурек, которых нету в рейде. Прекрасно. Ну так я их поменял на профи. Там 5,7. Сколько? Вот, кстати, тебе и 3 хила похилили. Интересно, сестра. У нас сова бежит на месте. Фаларио. Тессер, если бы я по мане постоянно не садился, то я бы тоже где-то наравне с тобой захилил. Да нихуя. Да, кстати, с маной проблемы что-то. Ну, потому что инер порезанный здесь, на этом сервере, потом и проблемы. Это я 2 тринки на ману использовал, без чешки хилил. Сейчас одену чешку, сейчас еще жестче будет. Есть у кого-нибудь голд? Выкуплю, за реал. Я АГ Е подавал, нет? Сейчас подумал, что снимать ЕП, когда ты заходишь в рейд, ну, типа, не сначала, а потом давать фул, это же получается, что у тебя ПР будет ниже на шмотке, что ты идешь. Ну, то есть это неправильно так делать. Сколько там? 1400 я снимал тут, да? Смотри.
Чарка, как называется твоя? От этой хуйни, да? Сейчас пойду. Типа... Так, у меня на английском все, понимаешь? Вот он. Первый глиф, второй, вторая частица, третий свет небес, четвертая judgment, правосудие света. Так, шестая получается. Сумеречное обновление. Вспышка света. Сейчас, подожди. А хуй его знает, я не знаю, как в сходе это делается. Сейчас посмотрим, может есть Mana Gain, да, игрушка. Ну-ка, хуйню покажи свою, я почитаю, сейчас я тебе конкретно скажу цифры. Так, это что, спел сэрдж, да? 40 800 маны получил ты. Я не знаю, как по поводу всего рейда, но вот, короче. Риск черной пати. Давайте забудем это как страшный сон. Что это? Ну, Горгот, смотри, 225% от 6000. Это, блин, ну, овер дохуя что-то, мне кажется. 13 тысяч маны за один индер. Больше. А ты на уфе играл? А ты считать умеешь? А читать умеешь, что на скилле написано? Я знаю, блин, но смотри, 6 тысяч получается в голом обвесе. 25, да. Это я знаю, да. Не вкачан талант. А у кого вкачаны таланты на инту, там больше получается у тебя базовые маны. Оно везде, на всех серверах мира заливает, угу. Как и на офе, почти 15 косарей маны. И только нихуя здесь, себе. Какой-то, и только блядь. Здесь 135%, 7866. А я почему-то подумал, то, что базовая, она как бы... Ну-ка сейчас подожди, бля, у меня же места нет, чтобы раздеться. Да, 6000. Вот я могу тебе раздеться. Да у всех, короче, даже у ретропавов без таланта в холи ветки дополнительных 6000 получается. Так, надо почитать комменты, да. О, боже мой, я прочитал еще очки, почему мы такие обоссаны, я потом понял, что это особенно. Как там назывался? Вовхэт, да? Вовхэт. Сейчас комменты почитать. Шел 23-й трай.